ko tev paliks atmiņā Jurijs Sokolovs, kā futbolists? Nu, ar to, ka viņš ļoti gudrs ir un ar asprātību, ar vienmēr saviem gamakiem, Dainim, Aizmir Sibirjānovam. Katrs treniņš atceros, ka vienalga savā laukuma pusē vai pretējā. Vienmēr ir mēģinājis kaut kā uzjautrināt komandu, ka tas ir nepieciešams tā kā gamaku sataisīt. Un vienmēr vajadzīgā brīdī ir paturējis, kā uzturējis to visu saikni. Mēģina uzkudināt spēles laikā un nu, ļoti, ļoti atbildīgs spēlētājs un ļoti disciplinēts. Leģenda tiešām. Что ты хочешь сказать позитивное про Юру за все эти годы, которые ты его знаешь? Сколько ты его знаешь? Надоел мне уже. Быстрее, быстрее заканчивают, пускай все уходит. Надо отдохнуть чуть из него. Да нет, на самом деле это шутка. Ответственный профессионал, дикий, просто. Самое только хорошее. Мой друг, мой партнер по команде, по работе. В академии. Что, только хорошее. Удачной игры ему и уже в тренерской карьере. Тоже роста как тренер. Короче, удачи. Будет не хватать. Во, пару слов о Юре. Аккуратно. Ну, я как ассистент главного тренера. Буду ходатайствовать, чтобы с понедельника руководство клуба начинало вести новые переговоры о заключении долгосрочного контракта уже с футболистом Юрием Соколовым, потому что без него в городе никак, ну никак. Два слова про Юру. Он ушел бы. Хватит обманывать футбол. Что-то позитивное можно сказать? Ну, конечно, легенда уходит, жалко. Не поиграли мы с ним, но... Ну, за ветеранов как? Ну, сейчас за ветеранов буду ждать его. Нашу, как это, коллектив будет вливаться. Постепенно. Постепенно, да. Давай, Мара, Парис Вардес, Парсокол. Легенда. Клуба легенда. Как ты не раструва, то как персонибо. Ļoti labs cilvēks. Ļoti atsaucīgs cilvēks. Palīdz visiem. Ну и labs treneris perspektīvā, es domāju, būs. Jau labs, bet būs vēl labāk. Kā tu raksturotu viņu veselības stāvokli visu šo gadu laikā? Nu, vismazāk pretenzijas viņam bija. Pret tevi vai tev pret viņu? Man pret viņu. Vismazāk ar viņu, tikai pirms spēlēm vajag iesildīt, tas gan. Veterānos tu viņu gaidi, ja? Protams, ļoti laba zvaigzne būs topošā. Arī leģenda, es domāju, tur būs. Man. Spēlētāji Maiņa BFC Daugavpils komandas sastāvā. Laukumu pēdējo reizi savā karjerā atstāj numur 30 Jurijs Sokolovs! Еще одна замена будет. Да, ну вот подделали это, как это называется, коллаж. Да, готов. Спроставый, да. Пошли с нами. Ура, пару слов о Юре. Что, легенда футбола, Долгопилского точно, ну какие могут еще слова. Только хорошие слова могу сказать о нем. Красавец. С праздником. А сейчас тебя поздравляю, да? С последней игрой. Да, с последней.
Привет, Маша. Какой день рождения? Юра, кстати, куда вы... Все, Артем, идите. Все, спасибо. Олег, привет! Все мое вот оно будущее. И пока! Поколение. Да, все рядом со мной. Вот туда, в камеру что-то скажите. Вот туда, Дагополь. Скажите что-то про Юру. Половина родственников. Мне очень понравилось. Юра, всем понравился, да? Юра лучший? Да! Самый лучший? Да! Все, давай, бабушке поехали, большой взял. Давай. Тренер, пару слов о легенде. Что, о легенде можно много говорить, пару слов не получится. Только, ну, самые хорошие слова про Юру можно сказать. Было так, что он хотел заканчивать уже до этого, но уговаривал его. И считаю, что он отличный сезон провел. Был примером, готовился к каждому матчу, то есть... Как человек, также самые положительные отзывы, человек, с которым можно идти в разведку. Да, то есть желаю ему удачи в дальнейшем, в тренерской карьере. Он молодец, уже и в этом году чемпионом стал как тренер. Да, то есть я надеюсь, что у него хорошая карьера будет как тренера. Я уверен в этом. Давай поверни сюда. Так, что-то показать? Сейчас идет. Спасибо. Давай, легенда, я когда шла игра, я хотел сказать, чтобы ты остался, а мы бы своих бы кого-то забили. Ладно, спасибо, спасибо. Маша, ну, Да. Все, ждет тебя статуэточка. Молочага. Молодец. Хочу, ну, может, и зря. Так, у нас еще фото. Мишка! Я расплачу. Мама уже заплакала. Тема, забирайся. Так, туда она. Ну, Юра, какие эмоции после последней игры? Или готов еще поиграть? Эмоции разочарования, то, что упустили победу в последней игре. А о таком глобальном пока не размышлял, пока нет времени, если честно. Подождите легенду, алло! Давай, как Шевляков. Давай, Юра, вперед. Вперед, Юра. Сезона была за исключением. О, легенда. Огромное спасибо за вашу самоотдачу, за вашу вклад.